Добрый день, меня зовут Анастасия Щетинник, пиар-менеджер УДПО компании Inforock. Я приглашаю вас на курс «Повышение квалификации. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в условиях реализации в ГОС основного общего образования». Курс для вас подготовили Гавлик Ксения Дмитриевна, магистр по направлению «Химическая технология», и Кириллова Наталья Николаевна, методист, эксперт демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills и действующий эксперт по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ. Все мы знаем, что современные требования в ГОС к преподаванию химии в средней школе предъявляют высокие требования к профессиональной компетентности педагогов. И для успешной подготовки учащихся к основному государственному экзамену по химии учителю необходимо постоянно повышать квалификацию, разбираться в заданиях, совершенствовать методические навыки. Данный курс направлен как раз на развитие ключевых компетенций, которые позволяют эффективно готовить выпускников к сдаче ОГЭ. В ходе обучения вы разбираете нормативную документацию, правила проведения ЕГЭ, изменения, знакомитесь с современными способами подачи и подготовки учебного материала, осваиваете методы компьютерного контроля знаний учащихся и учитесь работать с информационными ресурсами, теми, кто помогает в содействии подготовке к экзамену. Разрабатывайте собственные методические рекомендации к урокам химии. Конечно, курс предназначен не только для учителей химии и педагогов дополнительного образования, также для репетиторов, которые работают с детьми и помогают им готовиться к ОГЭ. И на нашем курсе вы обучаетесь дистанционно. Мы постоянно обновляем и актуализируем информацию по курсам ОГЭ и ЕГЭ. По окончании курса вы получаете удостоверение о повышении квалификации установленного образца, которое подтверждает как раз ваш профессионализм в вопросах подготовки и успешной сдачи ребят ОГЭ по химии. Присоединяйтесь к нашему курсу, становитесь экспертом в области подготовки к ОГЭ по вашему предмету, в данном случае по химии. Записывайтесь на курс.